Где устанавливать памятник Ивану Кульбертинову? Этот вопрос сегодня обсудили в Якутске. Сейчас организаторы рассматривают две подходящие территории, обе в автодорожном округе, берег озера Сайсары и место рядом с будущей школой. Работы по созданию монумента должны завершить к 7 ноября. В этот день в Якутии отметят столетие со дня рождения легендарного снайпера. А вот с Якутии, вот всю Европу прошагал, да, он воевал. И на Украине воевал с этими. И он приехал живой, невредимый. И после этого он еще трудился во благо вот, нашей необъятной родины, да. Он был и ударником коммунистического труда, да. И он прожил такую хорошую жизнь. И надо его, наверное, чтобы увековечить, чтобы все вот, предыдущие наше поколение, да, знало, что своих героев, да, и ну, своих отцов, своих дедов.